Яков Фомич, что случилось? Моего заместителя сюда. Сию минуту. На одной ноге. Ясно. Что случилось, Яков Фомич? У меня совещание по Чебурашке. Чебурашка подождет. Садитесь. Неприятности. Неприятности. Катастрофа. Что, министерство новые модели зарезало? Какие модели, какие модели? Я же говорю, катастрофа. Под нашей фабрикой взорвалась мина замедленного действия. Мина? Гражданин Соловейчик, выходите. Соловейчик. Выходите. Куда иди ты? Туда. Вот она, ваша мина, уважаемый Рагнед Ивановна. Отлично бабахнула. Все в дребезги. Грамоты, диплом, переходящие знамя. И моя персональная пенсия. И какой момент выбрал, подлец? Через 3 месяца юбилей фабрики. 50 лет. Да. Здравствуйте, Михаил Степанович. Да-да, уже знаю. Все, да. Да. О, позор. Хуже некуда. Да. Примем меры. Непременно. Да. Примем меры. Да. Уже там интересуются. В курсе. Вопросы задают. Что делать-то будем? Жалко мне, гражданин Соловейчик. Да мне тоже жаль, как тут все получилось, это все. Жалко мне, прав у меня маловато. Да, прав у вас действительно маловато. А знаешь, что бы я сделал, Соловейчик, будь у меня побольше прав? Не знаю, но что-нибудь нехорошее. Я бы снял с себя штаны и на площади публично высек бы хорошенько. А потом бы еще по телевизору показал, чтобы все видели. Да, это надо показывать. Я бы тебя, Соловейчик, со всех сторон показал, как наглядное пособие. Как глобус. Ну вот посадят тебя, никто даже знать не будет. Ну разве что в газете маленькая статейка появится из зала суда. Но это ведь для тебя ерунда. Газета, конечно, ерунда. Вот голубой экран, это все смотрят. Яков Фомич? Да. А когда Соловейчика будут судить? О. Ну какая разница? Через год или через неделю? Что от этого меняется? Все меняется, Яков Фомич. Если судебная машина тронулась с места, то ее уже не остановишь. А если она не закрутилась, тогда не все еще потеряно. Надо сделать так, чтобы Соловейчика не судили.
То есть, как это, не судили? Он уже сидит в КПЗ. Уже сидит. Сидит в КПЗ, это значит, его еще не осудили. Значит, надо его немедленно оттуда вызволить. И чем быстрее, тем лучше. Рогнеда Ивановна, на что это вы хотите меня подтолкнуть? Яков Фомич, миленький, ну на доброе дело. Надо немедленно ехать в милицию и их ходатайствовать, чтобы Соловейчика освободили под расписку на поруки. Я ходатайствовать не буду. Нет, я не буду ходатайствовать. Господи, Яков Фомич, ну кто говорит, что вы должны ходатайствовать? Народ будет ходатайствовать. Народ? За этого бандита народ будет ходатайствовать. Народ надо подготовить, надо организовать и убедить. Народ я беру на себя. Вы понимаете, какая штука, Рогнеда Ивановна? Ведь вместе с ходатайством мы должны послать в милицию и характеристику на Соловейчика. Ну то что же и пошлем? Да, но если мы напишем такую характеристику, которую он заслуживает, то ему придется сидеть в тюрьме, так сказать, пожизненно. Ну, значит, надо написать такую, чтобы его освободили. То есть написать ложь? Иван Петрович, вы наивный человек. Ну, так... Это же бумажка. Формально. Это не бумажка, Рогнеда Ивановна, это документ. И писать в документе заведомую неправду, поймите меня, Рогнеда Ивановна. Да, неправда. Да, ложь. Но ложь во имя доброго дела, святая ложь, а ну, поймите. Так, ну... так эту святую ложь надо кому-то подписывать. А у меня, между прочим, партийный билет в кармане. А между прочим, Иван Петрович, за состояние воспитательной работы в коллективе в первую очередь несете ответственность вы. И вот... Кстати, об этой самой вашей Дрозд. Вы посмотрите, как она одета. Какая на ней юбка. Какой разрез у нее. А блузка просвечивает все тело наружу. Она же входит в цех, никто работать не может. Я слышал, что женское тело всегда являлось эталоном красоты и гармонии. Вот пусть они этой гармонией любуются в музеях. А здесь нужно работать. Она же женщина, Рогнеда Ивановна. Она не женщина. Она в первую очередь член коллектива. И главный художник фабрики. И если встанет вопрос о моральном облике Дрозд, я не знаю, что вы будете говорить. А что может встать, Рогнеда Ивановна? Скажите, а вас не смущает то обстоятельство, что он и хулиган, и пьяница, и по женской части слабоват? Извините, жена от него ушла. Да, но я думаю, что хороший коллектив с одним мерзавцем справится. А вы что ж просите, от имени администрации или всего коллектива? От имени всех. Вы понимаете, какая ситуация? Почему хороший коллектив должен страдать из-за одного проходимца? Тем более, что у нас скоро юбилей. Ну что ж, раз общественность просит, характеристику принесли? Да, вот характеристика. Здравствуйте, товарищи. Иди, иди. Налево. Повезло тебе, парень, прямо скажем. Не, на мотоцикле я не поеду. Это почему? Ну, у меня хроническая пневмония, воспаление легких. Ветром дунет, я с копыт. Пойдем. Куда? Сюда. Не, на машине тоже не могу. Почему? Ну, она трясет, а у меня радикулит. Знаешь что? Лопатка, в чем дело? Да вот отказывается ехать, товарищ подполковник. Ни на машине, ни на мотоцикле. Говорит, и пневмония у него, и радикулит, в общем, все вместе. Да мне действительно, гражданин начальник, и пневмония, и радикулит. Тогда ведите пешком. Как пешком? Через весь город. Лопатка. Вы слышали? Транспортом не пользоваться, ведите пешком. Выполняйте. Есть. Ладно, рискнем, поехали на машине. Не могу. Ну ладно, на мотоцикле. Приказ слышал. Андрей Егорыч, я вас по всей фабрике ищу. У меня к вам как к художнику от администрации фабрики
И от Фабкома есть поручение. А как же Чиполлино? Чиполлино подождет. Значит, первое. Вы должны нарисовать карикатуру на Соловейчика и написать «Позор Соловейчику». Первое. Второе. Значит... Ну, а как же Чиполлино? Да Чиполлино подождет. Вы понимаете, у нас товарищеский суд, нам нужна наглядная пособие, агитация. Иди рядом. Иди, иди. Рядом иди. Иди. Ну иди ты рядом, Бога, прошу. Мне положено по инструкции. Слушай, человек или... Вот потому что милиционер, потому и не положено. Ну к чему этот марафон? Давай сядем на троллейбус. Слышал, сказал подполковник. Слушай, старшина, у тебя совесть есть? Нету. А 3 копейки? Что? Пить хочешь? Хочу. Ну пошли. Пошли. Ну. Татьяна Семеновна, Татьяна Семеновна, вот текст вашего выступления на суде. Простите, Рагнеда Ивановна, но я всегда говорю только то, что думаю сама. А я должна знать заранее, о чем вы будете говорить. Но я сама не знаю, о чем я буду говорить. Все будет зависеть от того, как пойдет суд. А вы что же, против порядка? Вы за стихийность и анархию? Нет, я за порядок. Но я и за искренность. В таком случае, моя милая, попридержите свою искренность при себе. Таратута, вот текст. Держите. Это ваше выступление на суде. Вы выступите от имени ИТР. Тань, вот, смотри. Таратута, верни шпаргалку. Неудобно она видит. Сейчас же верни. Ну, хорошо. Но я не буду выступать, если ты этого не хочешь. Таня? И ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж? Да. Никогда. Иван Петрович, а как насчет путевки, а? Нет путевок. Как нет? Похож мерзавец. Повесь его. Сделаем. Иван Петрович, Иван Петрович, народ я подготовила. Можно начинать. Начнем. Добрый час. Штрафую. Садись. Слушай, одолжи 3 копейки, а? Спокойно. Так. Вот гад. Поразит, как будто и все равно, кому наливать. Поставь на место. Начинаем заседание товарищеского суда. Председатель суда Кичкайл Иван Петрович, это я. Есть возражения? Нету. Члены суда Степанида Молчин и Кузьма Хотенчик. Прошу занять свои места общественного обвинителя Зою Гусельникову и общественного защитника Рагнеду Ивановну Божешуткову. Свидетели пострадавшие здесь? А Соловейчик где? А Соловейчик где? Да, где не волнуйтесь, а товарищи. А? Он уже доставлен. Прошу ввести в зал Соловейчика.
головной убор. Здравствуйте. Отмейся. Нет, нет. Вам туда. Ничего, здесь хорошо, все видно. Иди, раз люди просят. Сюда? Сюда, сюда. Протокол. 30 июля сего года гражданин Соловейчик Григорий Иванович, будучи в нетрезвом виде, признаете ли себя виновным? Ну, было. Выпил малость. Новые джинсы замочил. Одну минуту. Защита просит слова. Пожалуйста, Рогнеда Ивановна. Благодарю вас. Гражданин Соловейчик. Все ли написанное в протоколе соответствует действительности? Ну, было. Вы подумайте, подумайте, прежде чем ответить на этот вопрос. Так ведь, если б трезвый была, то... Мы очень ценим ваши чистосердечные признания, но я еще раз вас спрашиваю, все ли написанное в протоколе соответствует действительности? Ну, конечно, все было не совсем так. Вот видите... Да все было не так. Ну, совсем не так. Значит, товарищ Соловейчик, значит, вы утверждаете, что протокол необъективно отражает то, что произошло с вами. Ну, подписали по нему всякого. Какого-то бандита из меня сделали. Тише, тише, без реплик. Вот и расскажите суду. Как же так случилось, что вы вломились в чужую дверь? Вероятно, это произошло по ошибке. Ну, понастроили, понимаешь, домов одинаковых. Мы стоят как близнецы. Когда выпьешь, каждый дом своим кажется. Значит, чужой дом вы по ошибке приняли за свой. Ну, конечно. Поднимайся на первый этаж. Начал кричать, понимаешь? Угрожать, понимаешь? Тюрьмой, там, милицией. Что, было такое? Граждане судьи!
Так это совсем другое дело. Не Соловейчика надо судить, а этого старого провокатора. А? Вот так вот. Тише, товарищи, тише. Тише. А то сейчас всех буду удалять из зала. Товарищ Секержицкий, будьте любезны, прошу вас. С вашего позволения, это я. А где пострадавший Михалюта? В больнице. Он вам, простите, кто? Зять. Зять. Правильно. Сотрясение мозга, перелом ключицы. Так, очень хорошо. Что же вы можете нам сказать? Позвольте пояснить. Минуточку, гражданин Секержицкий. Вы признаете, что вы угрожали Соловейчику? Но позвольте. А вы не виляйте, гражданин Секержицкий. И отвечайте прямо на вопрос, угрожали или нет. Ну, помилуйте, он ломился в мою квартиру. Ну так вот так прямо и скажите, что угрожал. А позвольте, что значит угрожал? Я просто сказал ему, что если он будет продолжать так безобразничать, его, с вашего позволения, отправят в тюрьму. Скажите, но вы унижали Соловейчика, когда он вошел к вам? Знаете, помилуйте, не помню. Я находился, знаете, тогда в несколько возбужденном состоянии. И, может быть, и допустил какие-нибудь излишества. Гриш, ты помнишь, какими словами он тебя обзывал? Ну, конечно, помню. Скандалист, говорит, хулиган, хам. Распустились по-нибудь? Интеллигенции. Пачка. Соловейчик тут ни при чем! Этого старика судить надо! А еще ты фоне прикидываешься! Товарищ Секержицкий. Да? Можете сесть. Спасибо. Ничего не понимаю. Прошу внимания. Суд продолжается. В тот же день гражданин Соловейчик Григорий Иванович. Мажейка, прошу вас. Свидетельница Мажейка, что вы можете добавить в протокол? К тому, что изложено в протоколе, мне добавить нечего. Там все предельно ясно и точно. А что вы делали на пляже? Странный вопрос. Как и все, загорала. А что на вас было одето? Ну, разумеется, не лыжный костюм. Прошу слова. Да, я ударил ее. Почему? Да потому что она меня соблазняла. Что, не помнишь? Гриша, расскажи все, как было. Сейчас расскажу. Значит, давай, Гриша, как на духу? Лежу я на пляже. Ну, захотел там искупаться, освежиться. Задумался, сильно задумался. И
Поднимаю глаза, смотрю, что такое. Она, значит, прет на меня. Голая. Как? Голая. Ну, не совсем голая. А бикини, это такой малюсенький такой. И пьет на меня. Если порядочная, значит, девушка, и у тебя нет дурных мыслей, зачем в общественном месте одевать такой недомерок? И потом, товарищи, мужчины, женщины лежат рядом, голые. И где лежат? В центре города. Послушайте, я не намерена слушать оскорбления и всякую галиматью. А я разделяю точку зрения Соловейчика. Слишком много вам дали воли. Миди, Макси, Мини, Бикини. А вы знаете, что за этим скрывается? И вот такие, как вы, уводят чужих мужей и разбивают семьи. О, это уж слишком. До свидания. Граждане, судьи. Ты слыхал, что она говорит? А ты давай свисти! Сейчас! Кровь! Соловей, возьмите. А что это? Чистосердечное раскаяние. Чье? Ваше. Товарищи, есть еще желающие выступить? Товарищ Таратута, я вижу, у вас есть желание выступить от имени ТР. Давайте смелее. Да. Мы передумали. То есть я передумал. Товарищ Соловейчик, вам предоставляется последнее слово. Вы будете говорить? Кто, я? Конечно, вы. Обязательно. Уважаемые граждане судьи, дорогие товарищи по работе, горько и больно стоять мне на этом позорном месте, очень больно. Но надо отвечать за свои поступки. А они, эти поступки, очень и очень нехорошие. Прямо скажем, некрасивые поступки, позорящие советского человека, строителя светлого будущего, и относиться к ним... Индифферентно. Да, вот так. Нельзя. А это может создать в нашем коллективе атмосферу благодушия и всепрощенчества. А этого мы допустить не можем. Идя навстречу нашему знаменательному юбилею, мы со всей решительностью должны сказать хулиганам и пьяницам нет. Не позволим, не допустим. Но давайте, товарищи, внимательно посмотрим. А кто он такой? Соловейчик, кто он? Закоренелый преступник? Или все же не такой плохой человек? Какой же ты, Гриша, преступник? Ты же наш, родимый. Отец мой,
представитель славного рабочего класса. Мать тоже рабочая. Сам я член профсоюза, член ДОСАВ, член общества Креста и Полумесяца. Красного Креста и Полумесяца. Я безмерно горд и счастлив, что живу среди таких замечательных людей, как товарищ Кичкайло, как товарищ Гусельников, как товарищ Таратута. Таратута. Растешь Таратута. Да что там говорить? Как товарищ Божешуткова. Там этого не было. Это настоящие люди. И мне очень стыдно, что я своим поведением бросил тень на этих чудесных людей. На весь наш замечательный коллектив. Нехорошо я поступил, товарищи. Нехорошо. Но я все понял и осознал. Случившееся будет мне хорошим жизнью. Прошу приговорить меня к самому тяжелому наказанию. Условно. Товарищи, в нашем прекрасном обществе действует гуманный закон. Все за одного и один за всех. Человек человеку друг, товарищ и брат. Так неужели вы не протянете руку помощи своему другу, товарищу и брату? Протянем, Гриша! Обязательно протянем, товарищи, руку помощи! Вы возьмете меня на поруки и не ошибетесь. Я кончил, товарищи. Благодарю за внимание. Оглашайте приговор, Иван Петрович. Ага, хорошо. Сейчас. Протокол. Суд, совещаясь на месте, решил. Первое. Указать товарищу Соловейчику на его нетактичное поведение в общественных местах. Суд счел возможным ограничиться указанием и учитывая чистосердечное признание. Правильно. Учитывая чистосердечное признание Соловейчика. Второе. Коллектив берет на себя всю полноту ответственности за воспитание товарища Соловейчика Григория Ивановича. Я протестую. Амнистия, которую вы даруете Соловейчику, преступление. А чего же вы хотите, Татьяна Семеновна? Татьяна Семеновна, ну зачем вы так? Ну, он же хороший парень, он же все осознал. Он не парень, Зойка. Он троянский конь. Все слышали? Все слышали? Она обозвала рабочего человека скотиной. Я прошу занести это в протокол. Ну, как видите, Татьяна Семеновна, народ не с вами. Народ против вас. Это народ, это клокеры, собутыльники Соловейчика. Все, товарищи, суд закончен. Да, товарищи, суд закончен. Да. Таня! Эй, Петя, подожди, пойдем сейчас вместе. Медуза. Медуза. Ладно, это мы еще посмотрим. Thank you.
Здрасте. Здорово. Это от мискома. А это что? А... закуска? Это нет, лично здорово. От меня. Какая квартира? Моя. 11-я. Извините, перепутал. Это не для вас. Милиция! Держи преступника! Держи его! Дружинники! Караул! Человека убили! Здорово у тебя получается. Как у кукрыниксов. Талант. Ну, талант слишком. Так, кое-что. Я ведь художник-конструктор. Институт окончил. Бандитская пуля? Да и так. Хороший ты парень, как я посмотрю. Да. Жалко. Что жалко? Жалко, что тебе всего 15 суток дали. Почему? Потому что красный уголок нам нужно оформить раз, районы витрины не проходить мимо два, а вот художники к нам почему-то не попадают. Да? Да. Да, ну что ты? Что ты? А если бы ты видел, какие тут плакаты понавешали? Ну, раньше не было. Специально для меня. Специально для меня повесили, да. Тут один плакат висит. Алкоголь – враг личности. Ну, такую икону прочтешь, не только пить. Жить неохота. Да нет, ну что ты, куда они денутся? Ну, куда денутся? Они же взялись меня перевоспитывать, ну. А я долго буду перевоспитываться. До самой пенсии. Извини, Коль, потом договорим. Ко мне тут экскурсия пришла. Гудбай. Почему вы не работаете? А вы что, директор? У меня обеденный перерыв. Перерыв кончился полчаса назад. А у меня персональный перерыв. Продленный. Это что, новые пособия, что ли? О, смотри, как красиво. Аккуратнее, не упади, смотри. Вот так хорошо будет. Подержите, пожалуйста. Ты что? Ты на кого замахнулся? Да я из тебя блин сделаю. Я тебе мокрое место сделаю, потому что и мне ничего не будет. Потому что я трудящийся. Я производитель материальных ценностей. Вон отсюда. Производитель. Плакат повесьте на место, на свою печень. Ты меня на рабочем месте, гадина! Но это так не останется тебе. Я тебя достану. Я вас слушаю, Иван Иванович. Кто? Как уже? Когда? Да нет, готовы, что вы. Я рад, очень рад, да. Спасибо за такое приятное известие. Я рад, очень рад. Яков Фомич. Что вам сказал министр? А то сказал, что через 3 дня к нам приезжает смешанная комиссия из министерства и профсоюзов. На предмет?
На предмет. На предмет проверки. Чего мы с вами стоим, уважаемая Рогнеда Ивановна? Проводить ли юбилей? Или совсем его замолчать? И заслуживали мы того звания, на которое замахнулись? Вот так, уважаемая Рогнеда Ивановна. Пусть проверяют. У нас все документы в порядке. И по годам, и по пятилеткам. Комар носа не подточит. Яков Фомич, к вам слесарь Соловейчик из цеха механической игрушки. Говорит, что по срочному делу. Что получается? Ну что это получается? Посреди бела дня, на производстве, ни за что, ни про что рабочего человека бьют по физиономии. Это накануне юбилея. Минуточку, Соловейчик, кто бьет, кого избили? Да меня избили, меня. Главный художник, товарищ Дрозд, меня избило. А за что? Так я и сам не знаю, за что. Ни за что, просто так вот. Я просто по-человечески к ней хотел. Ну, чуткость там проявить, то все. Она хрест меня по морде, ну. Накануне юбилея. От нас-то что вам надо? От вас так что? Судить ее надо? Товарищеским судом. Меня судили? Пусть общественность знает, кто она такая. Что это за птица, дрозд. Что же это такое, господи? Причем я, вот сейчас я в таком душевном состоянии, что не могу отвечать ни за качество, ни за количество. Послушайте, Соловейчик, ну, понимаете, сейчас не до вас. Едет большая комиссия к нам из министерства, из профсоюзов, ну... Комиссия? Это хорошо. Вот комиссия пускай разберется, на каком основании она меня избила. Послушайте, Соловейчик, у нас этими вопросами занимается местком товарищ Кичкайло. Он сейчас у себя, пожалуйста, пройдите к нему, и он разрешит вашу проблему. Это само собой. Но вот в комиссию пожалуюсь и в газету напишу. Это ж надо, накануне юбилея. Ну, уважаемая Рогнеда Ивановна, вы слышали, в то время как? А что, если этот самородок, не дай бог, попадется на глаза комиссии? Через сколько дней приезжает комиссия? Ну, через 3 дня. Что от этого меняется? Все меняется. Иван Петрович, как вы сами понимаете, сейчас самое главное дело для нас – это предстоящий юбилей. Понимаю, конечно. Понимаете. К нам едет смешанная комиссия из Министерства и профсоюза. Так. У вас есть горящая путевка? Сегодня у меня никакой нет. Надо достать. Куда? В Сочи. Да что вы, Рогнеда Ивановна? Это невозможно. В Сочи? В Сочи в августе? Это все равно, что на Луну. Иван Петрович, а если я вам скажу, что от этого зависит, быть юбилею нашей фабрики или нет, со всеми вытекающими отсюда последствиями? Вы меня понимаете? С какого числа? Завтрашнего. Вы шутите, Рогнеда Ивановна. Иван Петрович, мне не до шуток. Я вам больше скажу. От вас сейчас зависит, дадут нашей фабрике звание или нет, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для кого? Для Соловейчика. Для кого? Для Соловейчика. Так, товарищи, значит, почти все члены фабкома в сборе, так что можем сразу обо всем договориться. Ситуация вам известна. Григорий Соловейчик, член нашего коллектива, должен уехать в Сочи. По путевке, которую, проявив героические усилия, вырвал для нас Иван Петрович. Я бы тоже свободно от работы время. Да, он буквально как тигр вырвал для нашего коллектива эту путевку. Да, так вот. Теперь второе и самое главное. Соловейчик, конечно, захочет отметить это событие, напьется до чертиков и никуда не поедет. Мы же этого не можем допустить.
Значит, мы должны окружить его лаской, теплом, заботой до самого отъезда, чтобы он почувствовал, что есть какие-то вокруг хорошие и добрые люди. Я не понял, это что, значит, все будет на сухую? Или намечается какое-нибудь небольшое мероприятие? Да нет, ну почему? Стол, конечно, какой-то будет, но мы должны, во-первых, решить, кто пойдет. Зойка, во-первых, ты. Да? А потом скажут, что я бегала на квартиру к холостому мужчине? Почему это? Он же не холостой, он разведенный. Ага, тем хуже для меня. И потом ты не одна пойдешь. Ничего смешного. Я пойду. Степанида, Хатинчик, Кичкаева, мы все пойдем. И потом, товарищи, мы же должны, вы понимаете, мы же должны довести это дело до конца. И вы увидите, что еще Соловейчик будет нашим козырным тузом. Простите, Рогнеда Ивановна, я не успела следить за поворотом вашей мысли. Каким тузом? Но когда будут решать вопрос, давать нам знания или нет, мы бросим Соловейчика на весы и скажем, вот смотрите, что может сделать хороший дружный коллектив с оступившимся человеком. Ашманна, ведь обидно. Я понимаю, она человек интеллигентный, образованный, но зачем сразу по фотокарточке? Я извинюсь, по морде. Но ведь ее никто не оправдывает. Я говорю, ее никто не оправдывает. Я верно говорю, Кузьма? Верно, Петрович, никто. Я открою. Кузьма, а? Быстро. Рогнеда Ивановна, не могу я больше за него. Что-то в меня не лезет. Петрович. Ну что вы, Рогнедочка, я только шампанского, у меня... Ах! Ой, Рогнеда Ивановна, самое главное закусить. Давайте, дышите, дышите глубже. Прошу любить и жаловать. Вот познакомьтесь, друзья детства. Коля из бойлерной. И Николай из напротив. Откуда? Из продуктового напротив. Давай быстрее. Ну, прошу, прошу, очень рады, будем очень рады. Иван Петрович, будем знакомы. Мишунка, где у нас девочка? Возьми, шпаргалочки-то. Петрович. Помой обязательно, Гриша. Значит, вы из бойлерной, а вы из продуктового напротив. Я их помою. Вилочки, Гриша. Сейчас. Картошечки. Шампанского? Не принимаю. Очень жаль. Пожалуйста, угодите, я буду... Мальчики, берите, берите, вот картошечка, редиска, пожалуйста. Ну что вы, Коля Николаевна, проводите меня домой. Давай по рюмочке, и все. Хватит. Кончилось, дач кончилось, все. Это не попойка, а дружеская вечеринка. Да. Григорий Иванович, у вас поезд в Сочи. Гриша, а я никуда не еду. Как никуда не едешь, Гришенька, у тебя же Сочи. Гриша, у тебя же это самое, как это, у тебя бесплатная путевка, у тебя бесплатный проезд, у тебя же это самое Сочи, Гриша, Гриш. Зайка, не спи. Гриша, Гришенька, ну пожалуйста, ну обратите на меня, ну хоть чуточку внимания. Гриш. Гриш, это я. Батюшки. Зайка, давай стриптиз, а? Какой стриптиз, Соловейчик? Вы что, вы в своем уме вообще? Вы что говорите? Стриптиз! Сейчас будет стриптиз! Будет стриптиз! Обыкновенный стриптиз! Что? А почему Рогнеда Ивановна не нравится стриптиз? Ну, Гриш, ну вообще! Я у тебя в доме! Что хочу, то ворочу! Зойка, давай стриптиз! Кузьма! Вот еще! Я плачу! Братья-други! Кузя сказал, пора на вокзал! Кузя, хочу стриптиз! Вы хотите про любовь? Пожалуйста, есть стихи! Заметался пожар голубой! Позабылись родимые дали! Первый раз я запел про любовь. Рогнеда Ивановна, это старо. Лично я за секс. Я никуда не поеду. Был я весь, как запущенный сад. Был на женщины зелья ядки. Рогнеда Ивановна, теперь... любовь должна быть сексом. Сексом? Сексом? Сексом я не знаю. Кичкайло! 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 Иван Петрович! Я цыганкой родился среди леса, среди полей. Во мне рана кровь зажглася. Рана страсть проснулась в ней. Бор лесной шептал мне сказку. Соловейчик! Очень черная, а очень страстная, а очень загущая и прекрасная. Чайла, как люблю! Нету! Гриш, нету!
Еду! А я еду, а я еду за туман. Между прочим, ваша дрозд, это между прочим. Нет, я этого так не оставлю. Вы слыхали, как поют дрозды? Но не те дрозды, не те дрозды. Прощайте, прощайте. Так. Это твое место, да? Мое. Я здесь спать буду, ладно? А почему? Падаю сверху. Ну, давай, спи, ладно. Ну, перекусим, да? Давай перекусим. Говоришь, в Сочи едешь? Южным солнышком побаловаться. Ну. А по путевке или дикарем? Почему дикарем? По путевке, бесплатный. А видать, ценит тебя на работе. Вон сколько народу пришло провожать. Да. Любят. А меня тоже любят. С севера я. Бригадир. Мы там 2 года нефть искали. Ну, нашли? Нашли. О, я нашел. Так вот, мне как бригадиру путевку дали бесплатную. Круиз по Средиземному морю. По какому морю? По Средиземному. Ну, Греция, Италия. Марокко, Алжир. Италия, говоришь? Италия. Накололи. Зойка, Кичка этого не видела? Гриша, ты же в Сочи, мы же тебя вчера проводили. Сочи подождут. Ой. Кичка этого не видела? Больше я за ними бегать не буду. Теперь пусть они за мной побегают. Goodbye. Петрович. Добрый день. А мы вас давно ждем. Опять на вас жалоба, Иван Петрович? Так. Анонимная? Да нет, за подписью. Соловейчик.
Он самый. Не присваиваем им звание народного рационализатора. Ага. Не даем характеристики для поездки за рубеж. Ага. Ага. Иван Петрович, мы вам верим, конечно. Но лучше будет, если вы напишете объяснение. Уже написано. Осталось только число поставить. По тем фактам, которые изложены в жалобе? И по тем, которые уже написаны, и по тем, которые еще будут. Работаем на перспективу. Это между нами. Видала, Рогнеда Ивановна? Можем, если захотим-то, а? Можем. Можем. Но для того, чтобы запустить их массовое производство, мы должны остановить конвейер, сделать переналадку станков, разработать новые технологические параметры. Так о каком же плане может быть речь? Мы план не только за месяц, за квартал, мы за год не выполним. И это как раз накануне юбилея. Товарищи, прошу посадить меня в тюрьму. Что случилось? Я прошу, посадите меня в тюрьму. Этого не по адресу. С таким деликатным предложением знаете куда? В прокуратуру? Я требую... Или к начальнику милиции? Я требую, посадите меня в тюрьму! Что случилось? Что вы натворили? Где, когда? Нет, нет, не я, это Соловейчик. Он не только меня, он всю фабрику затерроризировал. Я психом, шизофреником стал. Я же сон потерял. Спокойно, я... без эмоций. Без эмоций? Без эмоций. А куда я их дену? Ему новый станок дали. Ему 3 раза премию выписывали за рационизаторские предложения. Его предложение... Фу! Ему бесплатную путевку в Сочи в августе месяце, как передовику производства, выделили. Ему боксер физиономию расквасил за свою жену. Мы же ему страховку выплатили. Упал человек с лестницы, несчастный случай, производственная травма. А что теперь он требует? Пустяк. Пустяк. Он требует характеристику для туристической поездки за границу. Причем подавая ему Францию и Италию. В крайнем случае, скандинавские страны. Да выгнать его к чертовой матери. Нельзя выгнать, Яков Фомич. Его любой суд восстановит. У него 1 выговор, а нужно-то 3. Все статьи закона за него. А вы найдите такую статью, чтобы за нас она была. Но мы же поручили за него. Мы же его на воспитание взяли. Как же мы можем теперь его уволить? Да еще перед юбилеем. Да. И потом вы меня извините, я больше не могу. У меня дети. При чем дети-то? Как при чем? Потому что он чуть что подает сигналы, да, в газету, да, в народный контроль. Меня уже проверочки-то замучили. Ну ладно, ладно. Ну, позовите его ко мне. Ну, позовите. Все. Ну, я потом зайду. Да-да, потом. Потом. Рогнеда Ивановна, вы останетесь. Да? Что же это вы молчите? Где же ваше красноречие, а? Помните, как меня уговаривали? А что я могу сказать, Яков Фомич? Миленький, я же не о себе беспокоилась. Я думала о коллективе, о фабрике. Думала, человека из него сделаем. Сделали. Человека. Здрасте. Здрасте, Рогнеда Ивановна. Здрасте. Здрасте. Товарищ Соловейчик, у вас есть какие-то к нам опять претензии? На что вы жалуетесь? А я не жалуюсь. Я критикую. А это 2 большие разницы. Вот этот деятель зажимает рабочий класс. Не дает никакого хода. Но это не совсем так. Вы и премию получаете, и путевками пользуетесь. И страховками. И страховками. Ну а почему мне не дают характеристики для загранпоездки? Что, я прокаженный? Видите ли, Григорий... Иванович. Видите ли, Григорий Иванович, мы не можем вам дать положительную характеристику для заграничной поездки. А позвольте узнать, почему? Ну уж, если откровенно говорить, мы вам не доверяем.
Нам не нравится ваш моральный облик. Да. А, моральный облик. Да я вам сейчас документально докажу, что все, что вы говорите, это, пардон, ерунда. Вот. У меня есть копия характеристики, которую вы послали в милицию. Где вы наставите на том, что Соловейчик, товарищ Соловейчик, морально устойчив, дисциплинирован, работает над повышением своего общеобразовательного и культурного уровня. Над повышением, значит, есть что повышать. А там печать и подписи. Ваша Рогнеда Ивановна и ваша, Иван Петрович. А сами понимаете, что такую характеристику человеку недостойному не дадут. Мы давали вам эту характеристику, чтобы спасти вас от тюрьмы. Да, да. А ты чего, Кичкайло? Говорил у меня дома. Вот у меня сохранились тезисы твоих экспромтов. Вот, пожалуйста, вот тут про женщин. Это значит, какой я веселый. Вот. Гриш Соловейчик, хороший производственник, хороший товарищ, талантливый самородок. Почерк узнаешь? Так что не будем травмировать труженика. Не надо. Мы будем прощаться. Готовьте документы, характеристику. Надо прошвырнуться по Европам. А? Гудбай. Гудбай, говорю. Я понимаю. Да, еще. Ну, это потом. I love you. Когда был товарищеский суд, вы при всех обозвали его троянским жеребцом. Простите, у вас не совсем точно записано. Я назвала его троянским конем. Назвала его не троянским жеребцом, а троянским конем. Простите, Варвара Теофиловна, вы что, и в самом деле хотите взять под защиту этого троянского жеребца? Ну, моя милая, если человека избили, нужно в этом хотя бы разобраться как следует. Ну, хорошо, пишите. Я... Татьяна Дрозд ударила гражданина Соловейчика по лицу раз 5 или 6 за неуважение женщины, за оскорбление ее женского и человеческого достоинства. И если подобное повторится, ударю ее всем тем, что попадется мне под руку. Не исключено, что в этот момент не произойдет убийство. У меня все. До свидания. Не произойдет убийство. До свидания. О, постойте! Постойте, куда же вы? Это правда, что вы там свалились под стол? Я? Да. Извините, не было этого. А что у вас там было? Что-то такое с сексом связанное? Что вы там? Стишки вы там читали, что ли? Секса не было. Никакого секса не было. А стихи я читала. О любви стихи Есенина. Вот эти вот, заметался... заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Скажите, это правда, что вы там еще цыганку из себя изображали? Я цыганку изображал? Да. Под Ляли Черную работали? Нет, почему я сам по себе? И все же, зачем вы переодевались с цыганкой? Затмение нашло. Я пошутить хотел. Ничего себе шуточки. Ничего себе шуточки. Он, видите ли, пошутить хотел. А с какой целью? А без цели?
Просто так? Просто так. Профсоюзный руководитель делает карикатуру на нашу цыганку. Просто так. Я не делал карикатуру на цыган. Я уважаю цыган. Хотелось бы мне посмотреть, как вы ее изображали. Чавела! Платье черный, очень страстный, очень жгучий и прекрасный. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Значит, увидела вас я в недобрый час. Это же черт знает, до чего вы дошли, Яков Фомич. А вы до чего дошли? Ну, как вы убедились, квартиры мы даем в порядке очереди. Любовницы у меня нет. Так он в следующем письме вам напишет, что я глубоко законспирированный Иисус Христос. Так вы опять приедете. Нет, не приеду, Яков Фомич, не приеду. Вы простите меня, Яков Фомич, что я задержала вас сегодня так поздно. Но мне хотелось покончить с этой историей именно сегодня. Покончить раз и навсегда. Иначе, знаете ли, эти соловейчики нам всем сядут на шею. Вот что, Яков Фомич. Яков Фомич. Троянский конь – это не ругательство, а греческий миф. Я не делал карикатур на цыганку. Вы, товарищ, из какой организации? Я врач психиатрической больницы. Очи черные, очи страстные, очи жгучие. И прекрасный, как боюсь я вас, ох, как люблю я вас, за ночь увидел вас, эх, и я в не добрый час. Очень черный, очень страстный, очень жгучий и прекрасный, как люблю вас, как боюсь я вас, за ночь увидел вас. Раскусили. Раскусили. Зачем вы симулировали сумасшествие? Я хотел привлечь внимание общественности. Умоляю вас, придержите меня здесь хотя бы недельку. Пусть все думают, что я рехнулся. Зачем вам это надо? Если за эту неделю никто не убьет соловейчика, то я сам его убью. И пусть вся наша фабрика со всеми потрохами летит к чертовой матери! Я не буду вас здесь держать ни одной минуты. Нет! Нет! Не имеете права! Не имеете права! Я сумасшедший! Березка стройная! Березка спятила! И кроме того, вы уплатите штраф за вызов скорой. А вот и нетушки. Пусть мой директор сам платит. Он не может заплатить. Ничего, заплатит.
Директор не может заплатить. Почему? Он находится в больнице. Инфаркт. Привет, начальство. Вызывали меня, да? Вызывала. Проходите, садитесь. А что вызывали-то? Зачем? Может, уволить меня хотите? Так не получится, товарищ начальник. Так, прошу иметь в виду. Все трудовое законодательство я на зубок выучил. И потом. Там не позволят. Вы хоть знаете, что бывает за зажим критики снизу? Вчера состоялось общее собрание, которое признало выданную вам ранее характеристику в милицию недействительной. А сегодня состоится повторный суд над вами. Да это что ж такое получается? Зачем тогда революцию октябрьскую делали? Кровь свою проливали? Чтоб такие вот, как вы, приходили и издевались над рабочим классом? Нет, не выйдет, товарищ директор. Никакого отношения. Ни к революции, ни к рабочему классу вы не имеете. Вы подонок. И вы это поймете сегодня на суде. Ну, хорошо. Ну, допустим, посадят меня. Допустим. Дадут мне, скажем, ну, года два от силы. И через год выпустят по амнистии за образцовое поведение. И вас же обяжут устроить меня на работу, как пострадавшего. Ну хорошо, давайте по-хорошему. По-хорошему. Я вам пишу заявление по собственному желанию. Вы его подписываете. И все. Вы меня не видели. Я вас не знаю. Все. Идет? Нет. Ну хорошо. Не увольняйте. Сократите. Нет, словечко. Не пойдет. Не пойдет. Ну, так вы об этом пожалеете. Вы еще не знаете словечко. Пройдемте. Дорогие товарищи, горько и больно стоять мне на этом позорном месте. Очень больно. Но надо. Но давайте, товарищи, посмотрим, внимательно посмотрим, кто он, Соловейчик. Кто он? Неужели вы не протянете руку в помощи своему другу, товарищу и брату?